Сегодня МЧС России сообщило о стабилизации ситуации с лесными пожарами. Всю неделю сообщения из восточных регионов страны напоминали фронтовые сводки. Режим чрезвычайной ситуации действует в 6 субъектах Сибирского федерального округа. В Забайкалье, Иркутской области, в Туве, Хакасии, нескольких районах Красноярского края. Самая сложная ситуация в Бурятии, где горят почти 80 тысяч гектаров тайги. 10 очагов за минувшие сутки удалось ликвидировать. На помощь местным спасателям переброшены силы федерального резерва. В воздухе работает авиация МЧС и Министерство обороны. Усилена группировка и в соседней с Бурятией Иркутской области. Там в тушении крупных пожаров, в том числе в районе Байкала, задействованы самолеты Б-200 и Ил-76. Всего в операции участвует более 40 тысяч спасателей и почти 9 тысяч единиц техники. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков поставил задачу в течение нескольких дней ликвидировать основные очаги возгорания.